Знаете ли вы, что используя ваши контакты в соцсетях, ваших друзей и ваших фолловеров, индустрия мобильных игр сгенерировала более 40 миллиардов долларов в прошлом году. По прогнозам, рост индустрии около 50%, то есть в следующем году она пересечет отметку 60 миллиардов долларов. И позвольте спросить вас, а сколько из этих денег платят вам? Они используют ваши контакты, правильно? Пришло время все изменить. Возможно, вы не фанат играть игры, но стоит ли избегать этой удивительной многомиллиардной индустрии? Представьте себе, когда кто-то вам отправляет приглашение поиграть в игру, он может получить за это деньги. Эта индустрия огромнейшая индустрия продажников, которым не платят. Давайте рассмотрим, как вы можете заработать в этой индустрии. В соцсетях, когда вы получаете новые и новые приглашения поиграть в какую-то игру от ваших друзей, они это делают бесплатно, за какое-то виртуальные экстра монеты, какую-то экстра жизнь. Им за это не платят, они это делают снова и снова и снова. И теперь действительно появилась уникальная возможность, когда вы можете заработать деньги, делая то же самое, просто отправляя ссылки вашим друзьям, но уже не бесплатно, а за вознаграждение. Компания GameLoot Network. GameLoot платит вам для того, чтобы вы рассказали об игре. Поделитесь ссылочкой в соцсетях, и этого уже будет достаточно. Angry Birds — это прекрасный пример. Вы знали, что около 200 миллионов игроков играют Angry Birds каждый день? А компания, которая запустила это приложение, сейчас стоит более миллиарда долларов. Компания, которая запустила Candy Crush, недавно была продана за почти 6 миллиардов долларов. Более чем 93 миллиона людей играют эту игру каждый день. Может, вы слышали о Clash of Clans? Игра заработала 830 миллионов долларов первый год работы, в первый год после запуска. Компания, которая запустила эту игру, сейчас стоит более 10 миллиардов долларов. А вы играли, может, в игру Draw Something? Эта игра имела 20 миллионов загрузок в первые 10 дней. А через 7 недель эта игра была продана за 200 миллионов долларов. Игроки играют в эти игры, рассказывают друзьям, компания использует их контакты, их фолловеров. И сколько, вы думаете, они платят людям, которые сделали им миллиарды? Ничего. Но сейчас ваш шанс заработать деньги в этой индустрии. Вы один из самых первых в мире, кто сейчас слышит о GameLoot Network. И вы одним из первых можете присоединиться к этой уникальной возможности. Уоррен Баффет, Стив Джобс, Билл Гейтс, много мультимиллиардеров говорят: преследуйте увлечение и используйте возможность, чтобы превратить их в деньги. Ваша возможность заработать на вашем увлечении здесь. GameLoot Network — уникальное сообщество, которое соединяет в себе уникальную библиотеку мобильных игр, соцсеть, в которой вы можете принимать участие как активный игрок, общаться и знакомиться с новыми людьми. И центр призов, где
вы можете ваши токены менять на ценные призы. Это мы зовем Loot Cow. Мы только запустились с уникальным маркетинг-планом. И вот, что вам надо сделать. Нажмите на ссылочку внизу и узнайте, как вам начать зарабатывать сегодня, не завтра и не на следующей неделе, а сегодня. Нажмите на ссылочку внизу, получите статус Game Ambassador. Если вы мечтаете о свободе от рабочего графика с 9 до 5, это ваш шанс. И ваш шанс монетизировать ваше увлечение. Время действовать. Сейчас. Нажмите на ссылочку под этим видео.